стали известны результаты анализа воды, взятой в реке Увать под инженерным мостом на улице Смирнова. Напомним, 13 января в Главное управление МЧС России по Ивановской области поступило сообщение, что на поверхности воды имеются радужные маслянистые пятна. Загрязнение Уводя нефтепродуктами подтвердилось. По этому факту управлением Росприроднадзора по Ивановской области возбуждено дело об административном правонарушении и проводится расследование. Анализ проб, отобранных на месте ЧП, показал, что в сточных водах Ивановской ТЭЦ-2 имеется превышение установленных нормативов по нефтепродуктам. Версия загрязнения реки именно этим предприятием является основной. Однако в управлении не исключают вероятность загрязнения водоема стоками из иных источников. Расследование инцидента продолжается. А спасатели решают вопрос, каким образом собрать скопившиеся опасные вещества с поверхности воды. Убирать масляную пленку будут помогать специалисты филиала Владимирский ПАО Т+. Условия зимние, и просто состояние реки, оно не позволяет в полном объеме вот эти проталины развертывать боновые заграждения и прибивать всю эту загрязненную воду к берегу и использовать нефтесборщики, так называемые скиммеры, которые будут с берега уже отсасывать воду и фильтровать